Всем доброе-доброе утро. Сегодня у нас такой немного спонтанный прямой эфир из Леруа Мерлен. Не думали, что будет поставка, но поставка есть. Она, конечно, не очень большая, но есть что выбрать. Я покажу вам сейчас, что есть в наличии, чтобы вы немножко присмотрели, что вам интересно, что вам хочется. А потом трансляцию прямую закончим, и я буду выкладывать фотографии растений. И под фотографии вы ставите брони, если вам что-то интересно. Мы вам уже показываем на фото и отдельно показываем корни, в каком состоянии шея там и так далее. Вот пока давайте по наличию пройдемся. Из дорогих, не знаю, интересно кому-то будет или нет. Вот по 1722 рубля. Есть вот такие сорта. Вот такой. Ну, они, эти сорта, кстати, бывают дешевыми. Поэтому просто вам, ну, не знаю, для информации, либо, может быть, здесь состояние будет цветов получше. Вот. Это то, что здесь есть по 1700. 1722, даже если точно. Так, ничего не привезли, никаких не вижу мультифлорок. Вот что-то здесь, остатки дендробиумов, мельтонии чуть-чуть. В общем, привезли только орхидеи, а фаленопсисы по 577 рублей. Сейчас я вам покажу, что есть на тролле. Тролль всего один. И вон уже такой. Ну, есть такие еще крупные экземпляры, свеженькие. Так, смотрите. Вот этот сорт. Вот такой цветочек. Если что-то интересно, вы пишите. Я буду выкладывать в свою тележку, а там будете уже думать. То есть сейчас, если вы в прямом эфире пишете, это не бронь. Это просто значит, что вы заинтересовались, хотите рассмотреть поближе цветочек. Вот такой крупненький сегодня. Тритория сегодня не такая хорошая, крупненькая. Пока есть несколько штук. Но этот как-то даже без белого краешка. Там есть прям такая более притория. Так, вот такой есть симпатичный, яркая у него такая колонка, губа, и сам такой он как вельветовый. Так, что здесь еще? Ну, вот такие розовые, желтые, белые, конечно же, есть. Вот этот белый крупненький, видите, он какой, лепушок. Нет, названий нет, потому что это Леруа, это по 577 рублей. Поэтому они все идут микс. Хотя здесь встречаются сорта. А вот этот, он, видите, у него в серединке такой розовенький. Цвет, не знаю, как сказать, оттенок. То есть не просто он желтый с красными губами. Не знаю, сорт такой. Так. Здесь еще белые. Вот это крупненькая, тоже очень крупненькая. Смотрите, какая большая. Вот даже по сравнению с белым и по сравнению вот рядом, видите, вот прям крупняш. Тоже на приторию похож, но мне кажется, что, ну, кантика белого как-то нет, вроде бы не совсем. Это вот уже больше похоже. Так, что еще? Вот такая интересная. Она фисташкового цвета, и у нее розовая серединка. Желтая губа, колонка белая. Вот такая интересная.
Так, это белое снова. Вот, в принципе, на троллях почти все. Вот еще розовая есть такая нежненькая. Красавица. На троллях почти все. И вот этот я вам уже показывала. Вот она, территория еще. Так, и вот такой еще, кстати. Мы мимо обошли, не знаю, кому-то будет он интересен или нет, но я его пока, наверное, возьму. Есть в тележке у меня то, что мы уже забрали. Так, это у нас, наверное, андора. Так, из белых крапчиков есть вот такие. Есть вот такие, они разные. Не знаю, вот это может быть панда. Если не права, поправьте меня. Так, есть вот такая. Вот такая. Мы, кстати, ее там смотрели, она за 1700 стояла, а это вот по 577. Мы тоже ее посмотрели. Дальше из крапушек. Вот такая. Цветочек крупненький прям. Ну, прям, наверное, сантиметров, не знаю, сколько, 8, точно, может, 9. И вот этот гирлипчик такой, с виновным рисунком. Но он такой крупный и пушистенький. Очень такой хороший. Вот, еще с венозным. Тоже такой симпатичный. Вот эта красотка яркая. Она немножко другая. У нее, видите, как бы чуть-чуть венозный рисунок есть розовый. То есть она не чисто белая. Так, вот это наша пульсация. У меня кто-то спрашивал ее, кстати, после последнего обзора. Хотели купить. Ну, это вот бордовая. Я не знаю, притория это или нет, похоже. Но вот эта, она вот больше, более выражена. И у нее прям крупненький такой цветок. Белая тема. Вот это она тоже есть. Розовая такая очень красивая. Нежная. Так, что еще? Вот такая розовая, тоже нежная, но она немного другая. Свежие пока цветочки хорошие. Ну, вот этот яркий, как вам его показать? Вот, не знаю. Вот. Такой красавчик. И вот у этой очень интересный такой цвет. Он такой как бы немного размытый, штрихами как будто размазанный. При этом как будто и венозный рисунок. И при этом цвет вот не однотонный, а такой какой-то расписной. Вот. Что еще? Вот здесь, наверное, да, не показываю. Такой, не помню, может быть, такой, я еще раз покажу. Цветочки заверну. Не хочет показаться во всей красе. Вот, ну вот примерно все, что есть. Я думаю, что тут можно выбрать интересные экземпляры. Притория прям такая крупнее, чем обычно. Не знаю, почему уж. Может быть, досталось нам, может быть, пришли такие более крупненькие. Так, тогда я трансляцию сейчас заканчиваю прямую. И начинаю в группу выкладывать фото каждого цветочка с корнями, с розеткой, чтобы вы посмотрели. Вот. И если кому-то интересно, пишите бронь. Ну, как всегда, по доставке. Ну, Липецк раздаем возле Баханова сада. Двуречки привезем, скорее всего, в начале следующей недели. Задонск в начале февраля. До начала февраля, в принципе, могу у себя подержать их.
Что еще? Ну, остальные почтой. И в Липецке, возможно, также доставка Яндекс.Такси, Яндекс.Курьером. Еще можно вот по оценочкам пройти. В прошлый раз нас спрашивали, что тут есть. Я вам сейчас так мельком покажу. Если вас что-то заинтересует, пишите, тогда уже более подробно сфотографирую. Пока, конечно, здесь сортов особо нет. Опять микс. Сейчас вот так подостаю. Здесь, конечно, корни не очень такие. А, это такой сорт. У него немного размыт такой рисунок, как у шоколада, наверное. Только цвет другой совсем. Видите, какой? Вот. Ну, это, конечно, из серии реанимашек, потому что, ну, здесь, мне кажется, корневая вообще вся сгнила, наверное. То есть ее отращивать только заново. Вот есть дендробиум, если кому интересно, на оценке. Вот такое. Цену пока не вижу, сейчас зайду с другой стороны, покажу. Так, вот это 700 дендробиум белый. Так, что тут у нас еще? 450. К сожалению. Ну, какая-то была фиолетовая. Очень, конечно, жалко их. И, не знаю, может быть, кому-то хочется забрать, выходить, потому что жалко растения. Но вот такая у них судьба, Леруа. Камбрия вот есть по 700, неплохая цена. У нее тут что-то какие-то новые росточки даже пытаются расти. Видимо, корневая неплохая. И похоже, что она была желтая. Вот у нее цветы. Она просто уже такая отцвела, подустала. Но, судя по всему, там корневая нормальная. Даже вот видно, что вот эти корни внизу, они не гнилые. Так, есть вот 550. Так, это что-то у нас такое без названия. Без названия. И без... А, ну это было красное. Ой, это, наверное, котлея, мне кажется. Или это камбрия такая. Может быть, и камбрия такая. Ну, прям все как-то засохло. Так, вот это что-то из серии, наверное, была розовая, 700 рублей. Мне тут непонятно по признакам жизни. Вот, в общем, по оценкам, что еще? Ну, вот эти в керамических горшках, они подороже. В принципе, ничего такого больше нет. Дендробиум еще вот розовый есть. Далеко-далеко. В районе, по-моему, 500 рублей на нем ценник. Но это не точно. Так, что есть еще? Так, девочки, вот такой цветок, я не знаю. А, поняла. Не очень увлекаюсь такими. Гузмания, 700 рублей. Ну, может быть, кому-то захочется. Она еще даже тут пытается цвести. Так, ну вот, в общем, все. Сейчас тогда заканчиваем трансляцию и начинаю выкладывать фото.